Давай, иди. А ты куда пошел? Третий в этот колокол. Подожди. Ты дай ему ударишь по этой шаву, звук заглох. Потом второй раз. Готовьтесь. Ждали, когда девочки переоденутся, не могли дождаться. Они блокируют. Женский пол – это похититель времени. Вот уже давно мальчики ходят, 5 минут, 10. Всего ничего, платье снял, другое надел. Нельзя дождаться. И когда спросили вам в Англии, какое пожелание женщине даете, чтобы одевалась быстрее? Вот, говорит, другого нет. Деньги, что, говорит, она их растрясла рукавом. Никогда так не было, чтобы женщина похищала у мужчины и его время. Боже милости, Богу не грешному. Сознавный, Господи, помилуй меня. Считаю, ты грешил, Господи, прости меня, грешный, помилуй. Вы будете без завтрака все, если будете сидеть так. Ну что, даже платочек нельзя надеть. Вот спрячутся и сидят. За это время может 10 раз раздеться и одеться. Безобразие какое. Не могу. Ходил раз, постоял, вышел опять, походил, вот, пришел, все, что она снимет щелок, рассматривает его, второй щелок снимет, опять смотрит. Куда время-то? В бане точно так же везде. У тебя грудь голая, мне это страшно не нравится. Смотрите, как Бог Господь нас награждает. Я подошел сейчас ко кресту. Ну там, к иконам-то. И к батюшке подхожу, он мне в руки подал. Я не стал разворачивать, посмотрел. Трудовой лагерь стан с печатными буквами. Вот смотри, покажу тебе. Считай. Потеряевку 6000 рублей от Валентины Маркитановой. Она из подпольных христиан. ИПХ называется. Глянь-ка, где наши пасут. Кто это пасет сегодня так хорошо? Далеко угнал. Ерема. Вот Ерема куда угнал, пасет. А вот Василиса за этими вот крапивей. Корова походит, приходит пустое вымя. Да, это где там взыщется? Кого-то. И вот она присылает 6000 рублей. Сейчас я посмотрю. Никто не взял дорогу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вместе с бумажкой отдаю старшему воспитателю. Исполняет он это. Положи на молочишко, на все остальное. Угу. На, заложи туда деньги, пойму, положишь в карман. В мешочек положи все. Значит, мы договорились. Если вы будете долго копаться, копайтесь. Вас больше тревожить не будем. Но за обедом вас не будет. До вечера. Но просто никакого изменения нет. Вставать утром не оденешь. Из церкви пришли. Не переоденешь. Вы что позволяете себе? Мужчина живет на 6 лет меньше женщины. Ему у него время еще отнимаете. Ты вдовой будешь еще 20 лет скрипеть на земле. Пожалейте мужчин. Вот они стоят. Герои. И на войну везде их толкают. Их рождается больше, а уже к 11 годам меньше. А к 40 на половину меньше. Кто запьется, кто закурится. Вот смотрите, целесообразность. Слово такое, знаете? То есть полезность. Я фуражку надену, а то мне дождик мочит. Вот это вот я показал в разрезе железнодорожный рельс. Вот его если разрезать, он вот так выглядит. Вот здесь вот идет колесо, а вот дальше у него вот это стояк, а вот это вот ложится на шпалу. А вначале делали так, все вот это сплошняком, бурком. Представьте, какая тяжесть была. Вот это внизу двутавр, вот рядом сбоку двутавр, балки. Вот вверху, дальше стержень идет, потом вот так. А сначала делали по краям вот так соединить, это вообще тонны железа. А почему? Никто не знал сопромат и другие науки. Теперь стали смотреть, когда нажимает сверху, пояс идет, то у него давление идет волнами. Вот я тут маленько хотел показать. Вот так вот идет. Вот это место вообще пустое, оно не задевается, оно не нужное. Его взяли, вырезали, ну а потом пошлифовали, увидели. То есть вот это оказалось бесполезное, оно не нужное. И вот видели, железобетонная плита перекрывает крышу. Посмотрите вот так поперек, там в ней отверстие.
А сначала делали, а там арматура. И оказалось, давление вот на том месте, где отверстие-то, его нету. И тогда стали вставлять стержни, его вытаскивают, бетона пошло меньше, а несущее то же самое. Вы поняли, нет? Маленько. Теперь смотрите внимательно дальше. Я не случайно вам это говорю. Ну не поняли, кому? Я дам, потом рассмотрите. Положи так. Стойте спокойно. Не надо. Кухните. Вот это чье полотенце? Мое. Чье? Мое. Вот смотрите какое. Я сейчас держи за один конец. Не урони. Вот я считаю так. Раз. 40 на 40. Хорошо. Ну выйди сюда. Дергаешься, стоишь все. Я тебе сейчас дам руки держать. Держи. Вот это палатка чья? Хорошая палатка. Твоя, иди сюда. Держи внимательно. Сейчас мы померим. Гляди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 1,40 м. Так, 1,40 м. Держи. 7. Раз, два, три, 3,5 м. 3,60 м, 1,40 м на 70 м, ага, пополам. Сколько таких? 40 на 40. Ну если по прямой только взять один раз, 7, 7, 14, 15, 16 таких полотенцев. Зачем это нужно? Повесил, закрыл. Ну для чего, объясни мне. Вытирать лицо, вот лицо, то вот оно как раз на лицо и попадает. Дайте. Вот оно лицо, смотрите. Вот оно вытерло лицо, руки все, постирать легко. Зачем это просто? Это все дурость тому, кто сбывает. Не нужно. Теперь дальше. Чья тряпка? Так, зачем она тебе такая нужна? Она выше тебя ростом. С потрохами вместе. Вот эта дядька-то дылда такая большая. Вот это, зачем она тебе? Вот смотри, это у тебя полотенце. Утром полотенцем он вот так два раза обмотнется и говорит, смотрите, какой я толстый. Что смеешься-то? Ну, я прошу тебя, пожалуйста, не вешай его здесь, где-то отдельно. Вы заняли всю вешалку, ну представь себе. Ну, это невозможно. Поэтому я тебе, кажется, уже делал замечание. В баню никогда полотенца не берите, никакого. Слушай внимательно. Никогда, это не надо. Это вредно. Вредно для здоровья. А ты его обтираешь лицо, обтираешь ниже пояса, а потом повесил. А другой, не знаю, он утирается этим. Это фактически он у тебя носа утирает плохое место. Ну, легко. Если ты вот этим местом обтирался тут и везде, теперь повесил, а другой берет лицо. То есть ему ты где провел-то? Тут легко доказываться. Вам понятно? Понятно. Если додумались у рельсы вырезать лишнее, вырежьте лишнее. Нарежь из него, сколько я тебе говорю там, полотенцев? 15. 15 полотенцев можно сделать. Весь лагерь. Так, сегодня в храме, я скажу, вот записывал дядя Володя-то, и батюшка дал ему сигнал отойти. Почему? Он неправильно записывал. Прошел один раз и стоял бы на месте, зачем ты его потащил взад, а потом опять вперед. Не надо было стоять на месте, уже ничего бы не сказал. Есть такая должность папарацци. Что означает? Никита, быстро. Фотографирует знаменитостей. Только фотографирует или снимает еще? В основном фотографирует он. Фотографирует, когда его видео не было. То есть они как? Она артистка, она где-то решила там... Так они подплывают, где она на катере-то? Из-под воды чакнул, и скорее пять под воду. И все, вот у него редкая фотография. Вот Диана-то разбилась, ее фотографировали, а там помогать нечему. Прицепились, надо было помогать, она разбилась. Но она разбилась, теперь что? Так в суд дело подали. Игнат Иванович, я почему пошел-то? Я смотрю, батюшка начал морщиться. Морщиться начал? Да. А ты не смотри на это. Я сказал ему про это однажды, не надо, говорит, смотреть. Ты снимал и снимай, он мне сказал. Я говорю, Володя, толкешь, говорю, он бы записал. Я ему ничего не говорил. Ну, конечно. Но ты туда-сюда прошел и... Значит, надо смотреть, записывать. Потому что сегодня духом день, как считается, принято так. Очень важное богослужение, это молебен был. И так, обрывочно записали. Молитва, которая колено преклонена, один раз в году, тоже не записали. Слушай, это плохо. Вика, оденьте, вот видите, дождик идет, там видно, подскажи, это идет какая. Потом мы пойдем все-таки... Так, Проголызина будет, мы втроем сходим, Никита останется с ребятишками, а ты с Володей пойдем на вот на первый мостик. Посмотрим, какая предстоит нам работа взрослым. Работа серьезная.
серьезно, чтобы не обмануться. Надо возить сюда обломки кирпича, несколько машин. Брать с разъезда. Вам понятно? Вот так. Не скрипеть, не жаловаться, не стонать, не пищать. У Японии, культ есть в Японии, кандзё. Никогда не показать, что тебе больно. Вот они самураи такие. Они, смотри, какие самураи. Смелые, сильные. Не хочет взрывать сами себя. Самолет взлетает, а колеса остаются, назад уже не сядешь. И он должен найти цель и долбануть ее. Американцы ничего не могли делать. Так, говорю, Никита? Аминь. А так в фильмах все показано. Вот он, министр внутренней, как сказать, обороны. И он говорит, воевать надо. Сказали, не надо, не надо, император. Говорит. Он говорит, я не согласен. Живот себе вскрывает кинжалом, кишки вырезает и обрезает. Самурай, харакири называется, делает. Это очень мужественные люди. Почему их с детства приучают к этому? Ничего не бояться, никогда не стонать. Зуб вырывает, не покажи, что тебе больно. Я считал однажды, какой-то российский приехал, и там душман сидит, ну, раненый, рана гноится просто у него. Это, кто он там, афганец. А приехали помогать Красный Крест. А он посидел, очередь дошла до его, и он повернулся назад, ему, да почему ты? Так там женщина сидит, врач-то. А тебе как разница? Да как так? У меня гниет здесь и кость, я могу поморщиться, а эта женщина, она что обо мне подумает? Так ахнул. Сгнивает. Но он не пойдет на это, женщина там, чтобы перед женщиной никогда не показать скучное лицо или какое-то мужественное, это герой. Он спасет ее в любое время. А русские брали в плен, говорит, ай, шурави, нехорошие люди. Его, говорит, взяли в плен, сказали, прими мусульманство, тебя живым оставят. Он не захотел, его на расстрел повели, и он плачет. Да разве можно плакать, ты к Аллаху идешь. Он смеется, стоит, ему смерть в глаза, его сейчас будут вешать, нет, ролик такой. Его петлю надели, он улыбается, всех приветствует. Их так воспитывают. Он себя подорвал, и вот такого спрашивает в школе, ты кем хочешь быть? Он говорит, как старший брат шахидом. Он себя подорвал, он с Аллахом теперь в раю. Я тоже хочу таким быть. И он уже ползает там под колючей проволокой, стрелять учится. Я не про стрельбу говорю, вообще не стонать. Чуть что-то не так, уже скорчужились, все, ты плохо одета. Мне это не нравится. Так, сбегай, одень еще ее сверху. Тоже, чтобы тепло было. Там, вам понятно? А у Сони масла уксуса нет. Тихо. Что ты кричишь? Пойдете на занятиях, там полки еще не берите. Сегодня жалоба была на вас. Не брать. Вы не понимаете, что занятия идут. Ну а сидеть вас отдельно, помещение дали. Вы начинаете что-то перебирать. Пришла зауч, старший учитель, и говорит. Они, говорят, тут все перепутали. Давайте за стол садитесь. Так, взрослый, помогай носить, что требуется. Дядя Володя, где хлеб?